Христос, профессор, профессор, скоро у нас будет много таких же, но живых динозавриков. Ну подождите, они ведь не совсем безопасны. Нам нужно огородить территорию парка. Правильно. Я помню, в прошлый раз нас за это штрафовали каждые 10 метров. Правильно. Я надо огородить яичницы. Нет, нет, это не те яйца. Не те яйца. Налево посмотрите. А налево, налево. Налево посмотрите. А налево там. Есть! Огромные, огромные гнездо. Да. Яйцами, да. Диплодока. Да. Ой, давайте. Что давайте? Яйца. Здесь много яиц. На емкость, куда мы будем перекладывать наших новых друзей. Два моих горшка. А, но так лучше. Итак. Итак, друзья. Можем взять вот. Не войдет в рот, рано ему еще такое. Да. Так, коллега, да. А простите, а наш сыночек? Ваш сыночек. Кровоядный или хищный? Мы как-то сразу не определились, покормить я уже собралась. Профессор, это мы узнаем только, когда его покормим. А когда такой еды откажется, значит, тем он и не является. Коллега, я каждый раз прямо удивляюсь вашей провинции. Давайте покормим его специально выведенными моллюсками. Правильно. Итак, давайте. Мамы, дамы стоят, держат нашего Сашу Андрюшу поближе, можно чуть-чуть. А я иду к коллегам. Коллеги, я вам по очереди, в порядке очереди, начинаю с той стороны, буду выдавать. Три шага тогда нужно сделать, тем, чтобы был простор для нашего малыша. Хорошо. Верблюда там. Держи пока у себя. Не, пожалуйста. Дитя мое, возьми твоего верблюда за брат, подожди. Что? Очень хорошо. Замечательный. Так. Мне нравится, родители. Вот этот тоже, смотрите, ёжик. Ежикозавр. А вон тот с двумя горбами. У вас отмывачки с рогами. Итак, у нас есть еще два коктейля на подходе. Итак, возьмите, что мы с собой готовим. Семья!